Мир вам, братья и сестры. Когда под гнетом искушений душа томится и скорбит, пусть огонь молитвенных прошений мне силу новую дарит. Простершись ниц на хладном прахе, смиряя рокот бурь в груди, я жду и в трепете, и в страхе исхода битвы впереди. И вижу, внутренние беды смолкают в пламенной борьбе. Уж близок-близок час победы, удар грозящий зло судьбе. И я молюсь усердней, один в таинственной тиши, и вот уж стало безмятежней, отрадней в горнице души. И вот легко тяжелый камень снесен владычеством крови, опять горит победный пламень надежды, веры и любви. Аминь. Погасло искушение, и я припомнил сад густой, припомнил скорбное томление души возвышенной святой, припомнил, как средь темной ночи Христос один в мольбе поник, как слезы орошали очи его прекрасный нежный вик. Что вынес там Спаситель мира, как искушение победил, и как с надзвездного эфира его посланник укрепил. С глубоким чувством умиления здесь понял я, что не один, и что в часы борьбы томления со мной мой друг и властелин. Слава Богу! Слава Богу!